Решив участвовать в соревнованиях, Никита Полищук просто хотел проверить себя на прочность. Выложился по полной программе и пробежал 500 метров меньше, чем за 2 минуты. О том, что станет самым быстрым среди школьников Куйбышевского района, даже не подозревал. Были сильные соперники, большая дистанция. Ожидал меньше от себя, чем хотелось. Ну, думал, третий приду, где-нибудь так вот. В эстафете в честь юбилея Победы приняли участие более сотни ребят из 10 школ Куйбышевского района. Соревнования командные, результат зависел от каждого участника. Легкоатлетический турнир проходит в районе 5-й год подряд. Каждый раз ребята бегут одну и ту же дистанцию длиной в 3 километра. Ребята готовятся, и хочется отметить, что в этом году все команды пробежали сильнее, чем в прошлые годы, на 30 секунд. Видна тенденция, что дети хотят заниматься спортом, они стремятся, и если им дать такую возможность, то они будут тренироваться и будут здоровыми, сильными, крепкими и умными. Судьи соревнований отметили отличную подготовку и слаженную работу команд. Самые ловкие и быстрые спортсмены унесли с турнира хорошее настроение, грамоты и медали. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.